Проверка заняла менее часа. В понедельник в начале 6 вечера из торгового центра «Серебряный город» экстренно эвакуировали сотрудников и посетителей. Сначала покупатели попросили удалиться со второго уровня. Затем было решено освободить все помещение. Бегали спокойно. Вот. Все стали уходить. И, то есть паники никакой. А что случилось, там никто не знает. Вот спрашивали, что конкретно, ничего не говорят никто. Покупатели и сотрудники уходить не торопились. Торговый центр оцепила полиция. Улицу 8 марта перекрыли для транспорта. Внутри работали кинологи, а те, что оказались снаружи, делились версиями о произошедшем. По телефону коллеге позвонил муж, говорит о том, что в Серебряный город эвакуировали, якобы здесь заложено взрывное устройство. Вот. Мне нужно было в Серебряный город, я не особо поверил в эту информацию, но сейчас вот прихожу, да, действительно есть какая-то эвакуация. Как нам сообщили в пресс-службе УМВД, причиной эвакуации стал беспризорный предмет, кем-то оставленный на втором уровне, напоминающий по внешнему виду термос. Не обратить на него внимания, особенно в свете последних событий, происходящих в мире, было просто невозможно. Хозяев предмета вот этого найти не удалось, поэтому как бы принято было решение об эвакуации граждан. Ну, учитывая те вот реалии, в которых мы живем. Вот, потому что такой брошенный предмет чем угодно может оказаться, правильно? Uh-huh. Вот. Людей эвакуировали, значит, кинолога со служебной собакой на место по обнаружению этого предмета вызвали. Вот. Собака изучила предмет этот, выяснилось, что нет, это действительно обычный, пустой, не содержащий в себе никаких опасных компонентов термос. Примерно в 17:50 работа торгового центра была восстановлена. Возможно, за час вынужденного перерыва кто-то и потерял выручки. Но если бы тревога не оказалась сложной и осталась без внимания, потери были бы куда серьезней. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.